Устанавливать забор на перекрестке проспекта Ленина и улицы Володарского начали еще в новогодние праздники. Начавшиеся работы весьма обеспокоили жителей окрестных домов. В городской администрации пояснили, этим земельным участком мэрия не распоряжается. Он находится в федеральной собственности и на текущий момент его арендует ООО «Южуралспецмонтажстрой». Компания намерена возвести на этом месте самое высокое жилое здание в городе. 27 из 32 этажей займут элитные квартиры с чистовой отделкой. Два этажа отведут под коммерческие площади. На третьем появится фитнес-клуб с бассейном. Еще два определят под гостиничные апартаменты. Комплекс планируют сделать монолитно-каркасным со стеклянными фасадами. Планируется, что он составит единый ансамбль с ТК «Алое поле». Облик последнего для этого изменят. К строительным работам обещают приступить в феврале. Срок реализации проекта – 3 года.